Всем привет! Кто еще меня не знает, я Эрика Вейс. И сегодня в гостях в нашей арт-студии Анастасия Вейс. Привет! Сегодня мы вместе с вами будем готовиться к празднику Хэллоуин. Сначала я хотела бы показать вот такую вот свечу, которую мы сделали из обычной банки, которую нашли у нас на кухне, скажем так. Вот, есть несколько способов изготовления этого аксессуара. Первое, это мы нарисовали этого паука гуашевой краской. Можно нарисовать акрилом, кто хочет. Вот, и использовали флористическую сетку, которую закрепили здесь обычной фиолетовой лентой. Так как у нас сегодня черно-фиолетовое настроение. Но можно использовать еще вырезанного такого жука. Вот просто из картона или из бумаги. Можно разукрасить маркером. То есть все, что вы хотите. Фантазию не ограничиваем абсолютно никак. Берем баночку, клеим обычным клеем нашего паука. И у нас уже вот такая вот банка. А чем мы ее украсим, это опять-таки ваша фантазия. У меня есть вот такая вот лента, вот такая вот ткань сиреневого цвета. И вот так это может выглядеть. И у вас получится вот такой вот светильник. Я надеюсь, мы были вам полезны. Всем веселых праздников. Все яркие моменты с нами. Подписывайтесь на наш канал. Адьос!